Совместный проект Санкт-Петербургской епархии и просветительского центра «Невский 177» могут увидеть посетители книжного магазина. Теперь с любимыми изданиями духовной литературы соседствуют художественные произведения на холсте. Серия работ художника Сергея Петнюнаса изображает сюжеты из библейского повествования. Подробности далее. Пища не только для ума, но и для глаз. В духовно-просветительском центре Северной столицы появились живописные работы. 5 полотен кисти петербургского писателя и художника Сергея Петнюнаса, погибшего в Кармадонском ущелье 20 лет назад, напоминают нам сюжеты Евангелия. Картины отлично вписались в наш интерьер. Они создают интересное оформление, своеобразную атмосферу в нашем духовном центре. И наш покупатель, который привык уже находиться в пространстве духовных книг, также погружается немного в пространство, в том числе и изобразительного искусства на христианские темы. Картины довольно большие, в общем, мы так их расставили по залам, чтобы они хорошо были, чтобы они были хорошо освещены, и стали наблюдать, скажем так. И здесь, и действительно, буквально там через день, через два пошла реакция. Людей было очень приятно. То есть, в целом, да, такой, я считаю, очень положительный опыт. Такой эксперимент – первый опыт в рамках проекта епархии Духовно-просветительского центра. Не зря же все мы в детстве больше любили книжки с картинками. В серой петербургской зиме каждое цветное пятно радует глаз и утешает душу. Совпало по времени с началом рождественского поста и является отражением взгляда церкви на приготовление к посту. То есть это некое разумное служение, разумное предожидание Христа и, соответственно, насыщение разума смыслами. И вот здесь как раз посреди книг мы видим замечательные картины Сергея Петнюса, который является при этом еще и иллюстрацией некоторых евангельских сюжетов. Мы здесь видим даже Рождество Христово. И это помогает нам понять, что Господь входит в нашу жизнь в разных формах, в разных изображениях и помогает все разнообразие божественной красоты видеть в творениях человеческих рук. 5 известных сюжетов в прочтении художника Петнюнаса – это «Вход Господень в Иерусалим», «Ловец рыб», «Рождество Христово», «Апостолы» и «Пророк» останутся в залах книжной лавки до конца января.